школьной скамьи. Нет. А ну, стоять. Пойдешь с нами? Ну, как хочешь. Полегче или потяжелее? Полегче. Играть роли преступников, этим новоявленным тайным агентам ФБР не привыкать. Еще вчера они сами были не в ладах с законом, а сегодня служат ему честно, искупая свою вину. И служба эта полна неожиданных поворотов и опасностей. «Игроки» — новый многосерийный фильм в программе СТС для любителей острых ощущений. Свежесть в каждой капле. Мы все знаем, приготовление пищи отнимает много времени и сил. И чтобы вам помочь, мы создали скороварку «Клипса», которая легко открывается одной рукой и легко закрывается. Стоит просто нажать на кнопку. Скороварка «Клипса» позволяет вам готовить в свое удовольствие. «Тефаль», ты всегда думаешь о нас. Известковый налет, ржавчина, кошмар. Свекровь уже едет, ничего не помогает. Бесполезно. Попробуйте новый Silit Magic, теперь на 20% эффективнее. Только новый Silit Magic, образуя пену, удаляет известковый налет ржавчины эффективнее других средств. Самая въевшаяся грязь исчезает мгновенно с металлической раковины, с поверхности ванны, водостока, кафеля. Свекровь больше не застанет врасплох. Известь ржавчину удалит без труда. Все друзья сегодня с тобой, и чипсы, кранчи всегда под рукой. Кранчи, кранчи! Развлекайся, танцуй, весели! Чипсы, кранчи, веселая жизнь! Кранчи, кранчи! Веселая жизнь! Кранчипс от Бальзам. Да полезай ты в ящик, как договаривались! Мы не договаривались. Уже поздно. Ты собираешься меня расчленить? Только распилить. Что? Сконцентрируйся. Итак, я распиливаю цветную глазурь, слой молочного шоколада и орех. Хрустящий орех. Ты думаешь, я им понравлюсь? Без вопросов. Вот это зрелище! Они от тебя без ума! От вас обоих. Пардон. Союзвидео и ТВ-центр представляют. Давай. Алексей Булдаков, Олег Басилашвили, Мамука Кикалишвили, Марта Клубович, Олег Табаков. В приключенческой комедии «Что сказал покойник?» Новый день настает, как другие, не лучше, не хуже. В суете на бегу Бог поддержит тебя, он с тобою, тебе он так нужен. Бог подарит тебе восхитительный вкус и согреет своим теплом. Удивительный мир ты откроешь себе самом. Марс, все лучшее в тебе. Вера. Вера. Свежесть в каждой капле. Ты за дуру свою не хватайся, там же боевые патроны. Жизнь-то больше всего тепло любит. А ты живешь тогда.
Добро пожаловать в рай, парень. Ой, плохо. Здесь все крутые, мне понадобится помощь. Ты школьница? Он меня прибьет, жду своей смерти. Ты сексуальный. Я как дегенератка без друзей. Давай, Дилан, поймай волну! Накрыло! Я хочу быть твоим другом. Найду его и прибью на месте. Лови! Мне кажется, мы тут приживемся. На СТС молодежный сериал «Беверли Хиллз 90210». Все ваши друзья уже там побывали, и вам тоже непременно понравится. Добро пожаловать в мечту. Детектив Джейси Уильямс неторопливо часто бывает задумчив. Его напарник Эдди Торрес осторожен и подозрителен. Но это всего лишь внешняя сторона их поведения, ведь они не совсем обычные полицейские. Их не узнать, когда начинается настоящее дело. Главная цель – проникнуть в различные преступные банды и группировки под видом своих. И таким образом раскрыть убийство или ограбление, а по возможности и предотвратить их. Работа более чем рискованная, требующая физических сил и ловкости. Но именно она их истинное призвание. И никакие опасности не помешают им бороться с преступностью. В программе СТС новый многосерийный фильм «Полицейские под прикрытием».